3. День добрый, дорогие друзья. Мы с вами находимся в Ростове-Великом, удивительном русском городе. Как сказано в Святых Писаниях, здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Посмотрите на этот ростовский Кремль. Это удивительное создание русского творчества иконописного. Пойдемте посмотрим. Удивительная энергетика, удивительные кадры. Посмотрите на эти купола, 14 век. Когда-то хотели, чтобы не Московия, а в Ростове была столица и вся русская, славянская, славянский центр. Друзья, посмотрите сами. Какая благодать. Это просто не передается ощущение. Попросим нашего оператора показать вот эти купола. Фантастика! Если будете здесь, обязательно, обязательно